Сегодня 27 августа 2018 года, Симферополь, дача. Хочу сегодня рассказать о своем сорте, который я считал раньше кирасундом, вот, но который оказался другим сортом, может быть даже лучше, чем кирасунд. Покупал я его 4 года назад в одном известном питомнике. Вот у меня даже бирка, где записано название питомника, сорт кирасунд, еглы и фундук. Ну, сразу скажу, как бы у меня нет никаких претензий к питомнику, потому что саженец этот мне дали как бы бесплатно, по ходам к трапезунду, который я брал к основному заказу. Вот. Ну вот я созвонился с Махно Василием Григорьевичем, потому что видел уже несколько видео другого кирасунда, и он мне подтвердил, что есть два вида кирасунда, один круглый, плюска у него значительно длиннее, чем орех, вот, а другой продолговатый. Ну вот, я думаю, что у меня круглый, но плюска у меня короче, и сама форма у меня немножко не та, и орех больше. Видео настоящего кирасунда я дам в описании к видео, это видео Наримана, и будет ссылка на его канал, посмотрите, как выглядит крымский кирасунд настоящий. Вот. Ну а вот у меня вот такой сорт, опылитель, он пылит позже трапезунда, прекрасно его опыляет. Дозревает он позже, вот в принципе ему еще можно и недельку повисеть, но я сейчас сорву несколько завязей и покажу, что он из себя представляет. Ну вот такой орех, чем-то он напоминает трапезунд, посмотрите на него. А вот трапезунд в сравнении, ну понятно, что немножко не то. Вот он рядом с, вот справа это трапезунд Наримана, дам я ссылку на канал Наримана, еще раз повторюсь, под видео. Там увидите, как он растет, какая у него плюска. Ну вот мой сегодняшний урожай. Верхний ряд это трапезунд. Второй ряд это вот тот сорт, о котором я говорил. Третий ряд это кирасунд Наримана. Четвертый ряд вот этот вот. Это Екатерина, первый урожай краснолистного фундука. А это тоже фундук краснолистный из коллекции Наримана, называет он его пурпурный. Ну, так он его называет. По крайней мере, листья красные. Тоже есть у него видео, посмотрите, кого интересует. Ну, вот по длине этот орех 2 сантиметра, 2 миллиметра. Вот он. Вот таблица прошлого урожая. Он здесь, вот в этой колонке, я его называл трехлетний штаб кирасунда. Можете посмотреть на его характеристики. Он показал выход ядра. 52%, средний вес сухого ореха 2,63, вес ядра. Ну, вот сейчас взвесим 5 орехов этого сорта. 21 грамм. Ну, у меня десяток долей не показывает. Значит, один орех весит в среднем 4 грамма. После сушки он потеряет где-то 27%. Вот, из таблицы видно, что он теряет примерно 27%. То есть он будет весить около 3 граммов. Второй урожай немножко крупнее бывает, чем первый. Вот около 3 граммов мой орех весит, опылитель. Что за сорт, не знаю, но орех прекрасный. Много сережек, цветет позже трапезунда, прекрасно опыляет. В этом году у меня будут уже первые отводки, но я их пока буду садить в свой небольшой сад, питомник. В общем, вот такой получился орех. Кто знает, что за сорт, подскажите. На этом я с вами прощаюсь. Всем привет из Крыма.